Здравствуйте, дорогие друзья, моя любимая команда InCruises, а также все любители круизных путешествий. Сегодня 24 ноября 2021 года, и я, Ирина Аронец, интернациональный директор международного элитного круизного клуба InCruises, а также основатель ее многотысячной русскоязычной команды, нахожусь здесь, в этом чарующем, великолепном городе Дубае. Именно здесь, буквально через два дня, 27 ноября, состоится инаугурация нового флагманского круизного лайнера от брендовой компании MSC под названием MSC Virtuoso. Да, это будут крестины, на которые приедет сама известнейшая актриса Софи Лорен. Она является крестной матерью всех круизных лайнеров компании MSC. Это уже 17-й круизный лайнер, который будет крестить сама Софи Лорен и уважаемое руководство компании MSC. Я имею честь быть удостоенной такой почетной награды, присутствовать на этом уникальнейшем мировом событии, видеть все своими глазами, слышать все своими ушами, быть свидетелем и передать все эти эмоции вам, дорогие друзья. Я думаю, что это будет необычайно интересно. И, конечно, я хочу поблагодарить уважаемого генерального директора и основателя международного круизного клуба InCruises Майкла Хатчисона, директора круизного департамента InCruises Стива Скиджела за эту чудесную возможность, которую они мне подарили. Благодарю вас всех и буду на связи с вами через мои социальные сети. Следите, друзья, и не пропускайте это событие, которое сделает наш мир прекраснее. Это событие, которое подарит миру новые круизные путешествия. Путешествия также в восточную сказку, по Персидскому заливу. Сейчас у нас начинается очень много интересных круизов, которые будут отправляться наши члены и партнеры клуба InCruises. Будьте с нами, следите за нами, живите вместе с нами, путешествуйте вместе с нами. До новых встреч! С вами была Ирина Аронец, международный круизный клуб InCruises. Круизами по Персидскому заливу и горячие неповторимые дома. Увидимся.